нас на все нашу площадку, где у нас будет заселено 3000 жителей счастливых. У нас самое важное, что на нашей площадке будет школа, чтобы место целое. Прямо в нашем участке мы стоим, будет возводиться срок возведения, третий портал, 24 года. Поликлиника, 300 посещений также рядом. Долгожданная школа на 600 мест, детский сад и поликлиника появятся вместе с новым жилым комплексом «Заречье парк». Глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал ход строительства. По его словам, ввод новой школы на базе комплекса поможет решить важные проблемы. В следующем году дети все пойдут в нашу Зареченскую школу, где по плановой мощности 1100, а сейчас учатся 1668 детей. И еще ваши добавятся. То есть там будет по 2000, это, соответственно, вторая смена и дальнейшие проблемы. Поэтому, конечно, будем выходить и к вам, и в правительство, и просить все-таки 24-й год максимально как-то сжимать там, в 23-й по социальным объектам, чтобы они появились раньше. Строительство идет полным ходом. Уже к концу 2022 года вырастет первый из 5 корпусов. Кроме того, появится опорный пункт полиции и отделение Почты России. Эмилия Рекляна, телекомпания «Рунцова».